Совенок Хо-Хо танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет хо-хо и прячется лучше всех. Совенок Хоп-Хоп. Совенок Хоп-Хоп сегодня играет в повара. Будем готовить игрушечную пиццу. Это зеленый перец и помидоры. Совенок, строишь башенку? Какая фигура похожа на пиццу? Круг! Правильно! Соединяй основу так, чтобы получился круг. Отлично! Что дальше? Сыр! Что еще? Помидоры! Перец! Вкуснятина! Кто стучит в дверь? Это тук-тук. Дятел, будешь играть в повара вместе с совенком? Подумай, что можно положить на пиццу? Банан? Банан не подойдет. Не расстраивайся, тук-тук. Давай поищем игрушечные грибы, которые Хоп-Хоп спрятал для тебя. А Хоп-Хоп пока придумает, в чем готовить еду. Это микроволновая печь. Она настоящая. В нее игрушки ставить нельзя. Понял? Всего надо найти три гриба. Интересно, получится? Тук-тук уже нашел первый. А вот и второй. Поищем еще. Третий гриб. На нем сидит улитка. Наверное, она думает, что гриб настоящий. Гриб в корзинке. Миссия выполнена. Пора возвращаться на кухню. А Хоп-Хоп сделал печь из картонной коробки. Это ручки для регулировки режима и температуры. Подставка под пиццу. Пицца с грибами! Один, два, три. Да! Тук-тук нашел все спрятанные грибы. Давай их порежем. Два. Четыре. Шесть. Из трех грибов получилось шесть половинок. Разложим грибы на пиццу. Поставим пиццу в печку. Включаем. Не включается. Тук-тук принес два игрушечных огонька. Ура! Скоро пицца будет готова. Накроем на стол. Пицца готова. Разложим кусочки по тарелкам. Первый. Второй. И третий? Он для улитки. Она тоже хочет поиграть. Ням-ням-ням. Банан? Фруктовая пицца. Отличная идея. Совенок.
Сорвана, совенок хоп-хоп. Танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет хоп-хоп. И прячется лучше всех. Совенок хоп-хоп. Привет, хоп-хоп. Ты снова играешь в прятки? Привет! Хоп-хоп – вежливый совенок. Он никогда не забывает здороваться. Здравствуй, Тук-тук. Что у тебя в ведре? Грибы! Тук-тук очень занят. Он нашел игрушечные грибочки. Поиграем? Ой, грибочки падают. А что в этой голубой коробке? Игрушки! Посмотрим, какие. Тарелка. На тарелку можно положить грибы. А что найдет хоп-хоп? Это же грибная поляна. Птички, давайте расставлять грибы. Один, два, три. Посмотрите, на полянке есть еще места для грибов. Тук-тук решил поискать грибы около своего дома. Грибов не видно. Зато можно скатиться с горки. Вперед! Тук-тук! Здесь целых три грибочка. Хоп-хоп приехал с корзиной, как настоящий грибник. Вперед на поиски сокровищ! Один, два, три! Эти грибы собрали. Поищем еще. Смотрите внимательно. Гриб спрятался под листиком. Грибочек с божьей коровкой. Птички! Еще один гриб! С сиреневой шляпкой и нарисованным листиком. И его положим в корзинку. На полянке есть еще одно место. Паучок, ты не видел гриб? Гриб с паучком. Все игрушки на месте. Тук-туку не до танцев. Он принес сковородку. Сегодня на игрушечный ужин жареные грибы. Угощайся, паучок.